Только с 15 января по 15 февраля совершай покупки на сумму от 500 рублей в аптеках «Фармакопейка» и становись участником розыгрыша сертификата на путешествие мечты. Спонсор прогноза погоды – сеть аптек «Фармакопейка». Лекарства по доступным ценам. Здравствуйте, с вами Кристина Смирнова. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Во вторник над югом Тюменской области будет господствовать среднеазиатский антициклон, благодаря чему будет малооблачная и сухая погода с температурным режимом на 2-3 градуса выше своей климатической нормы. Так, 17 января в Тобольске облачно и без осадков. Ночью ожидается минус 20, днем 8 градусов ниже 0. Вышами переменной облачной снег не прогнозируют. Под утро минус 19, после полудня 11 градусов со знаком минус. В Заводоуковске малооблачно и без осадков, в ночные часы 22 градуса мороза, а днем столбики термометров покажут минус 13. В Ялуторовске схожая погодная ситуация, ночью прогнозируют минус 19 градусов. Дневная температура составит минус 11. В Тюмени облачно и без осадков, после полуночи до минус 20 градусов, днем ожидается минус 8. Ветер южный 4,9 метров в секунду.